Ребята, всем привет. Ну что ж, теперь настало время поиграть на компе. 313 максимальный ранг, у меня все открыто, все персонажи тут вот, смотрите. Бим-бим-бим-бим-бим, все открыто. Если зайдем, например, стикербук, все наклейки, тут вот видите, сколько всего. Давайте листать. Все открыто, у каждого есть апгрейд. Все-все-все-все, смотрите, все сделано, все открыто, очень классно. Будем играть, давайте, Garden Ops, начнем с него, что-то мне больше всего нравится этот режим в первой части. Так, будем, наверное... Ну что, к кому-то присоединимся, может кто-то играет, давайте нормал сложность просто ставим и поиск игры. И сейчас вот посмотрим, значит, сегодня у нас пятница, 10 утра. О, сервер нашли, смотрите, два игрока играли, я третий. Отлично, игроки есть, так что если на компе надумаете, можно покупать. Кстати, вы знали, что Electronic Arts, вот это EA Play новое приложение появилось вместо Origin? Ой, не нашло игру, сейчас еще раз. Так вот, а у меня же подписка на Xbox, Xbox Game Pass Ultimate называется, да? И получается, у меня халявные все игры доступны еще в этом, на компе. Представляете? То есть я за Xbox плачу, чтобы у меня там было все доступно. А тут еще, оказывается, вот этот Electronic Arts Origin, ну или в Origin, или в этом все доступно. Видите, я не могу к ним присоединиться, у них, видимо, интернет глючит. Ну тогда я создаю. Так, что создать? Shark Bite Shores. Давайте на этом уровне. Только в другом месте я базу поставлю. Ко мне кто-то присоединится, я уверен. У меня 4 миллиона монет еще. Все открыто, паки даже можно не открывать. У меня там много всего. Сейчас все покажу, короче. Давайте играть. Я настроил так, что вроде как отлично все идет. И игра быстро идет. И ничего не тормозит, и видос классный будет, короче. Надеюсь, все будет хорошо. Я люблю, когда все качественно. Ой-ой-ой-ой, надеюсь, все получится, потому что давно не записывал на компе. На компе вообще, знаете, сколько не записывал? Ой, год, наверное, может больше. Не помню, чтоб я на компе записывал. Так, ну что, ну я один, да, я один. Наверное, давайте подсолнух. А вампир есть тут подсолнух? Нет, вампира нет, он же во второй части появился. Тогда, о, металлическим давайте подсолнухом тогда поиграем. У него больше здоровья, 150. Мне это поможет, я думаю. Я думаю, это мне поможет. Сейчас, секундочку. Так, ждем. Тут все настрою, все. Ну, смотрите, какая графика. Графика очень похожа на Xbox, примерно. Но игра намного плавнее идет, потому что у меня 120 кадров в секунду, получается, я поставлю. Намного плавнее все. Давайте вон на ту сторону пойдем. Сейчас, может, ко мне кто-то и придет. Присоединиться. Вот такой у нас подсолнух. 60 патронов. А, нет. Ну да, 60. Изначально, наверное, 50. Это у меня апгрейд есть. И получается отличный. Так, сейчас клавиатуру тестирую. Да, нормально. Клавиатура у меня Logitech 512, по-моему, или 612. Это лучшая клавиатура, что у меня была. Очень классно нажимается, все приятно. Звук приятный от клавиатуры. Лучшей клавиатуры я давно не видел. Она у меня стоит, я мало на ней играл. Но сейчас вот как раз поиграю с удовольствием. Ну что, здесь будет у нас хилка дополнительная, если там другие не помогут. Здесь будем так. Здесь давайте вот это поставим. Так, здесь какой-нибудь лазербин, давайте. Видите, сколько у меня всего? Ну, кстати, обычных крохвётов мало, почему-то лазербины накопились в основном. Я, видимо, редкие паки тогда открывал, и получается, только редкие растения выпадали у меня. Так, что здесь поставить? Ну, тоже лазербин, наверное. Потому что лазербин, он хорош, он же даже вблизи стреляет и насквозь как бы. Но он пробивает, самое главное, броню. Кстати, здесь хорошее место, в основном только с одной стороны атакуют. Мне нравится, видите? Поставил тут все и все, и не паришься. Посмотрим, как я попадаю с мышкой, с клавиатурой. Насколько легче играть. Видите, как легко попадать с вами. Вообще, совсем другая игра. Вообще класс. Красота. Так. Сколько здесь можно посадить всех растений? Это просто жесть. Там столько посадил, здесь. Здесь самая тоже неплохая такая читерная зона. Смотрите, раз, два... 3-4 только в одном месте. Они друг другу стреляют. Еще пятый туда будет стрелять оттуда. То есть тут супер укрепленное такое место получается. Давайте лучом попробуем, пройдемся по ним. Бум-бум-бум. Лучи добра, как я рассказывал уже. 12 киллов, 13 киллов. 14. 15. 16. Все. Здесь, кстати, видите, скиллы 1, 2, 3 стоят. Не очень, конечно, удобно, но я буду так играть. Там можно, наверное, поменять. Кстати, может и нельзя, кстати. Я что-то не видел. Не, наверное, все-таки сделали. Это же неудобно 1, 2, 3 играть. Что это за игра, где нельзя менять кнопки? Ну-ка, давайте попробуем. Так, где тут что? Это музыка, это видео. Кстати, вот настройки мои видео. Вертикальная синхронизация. Может, убрать ее? Ну ладно, пусть будет. Вот, кастомайз контрол. Все можно настраивать, видите? Все можно настраивать.
Мне просто казалось, что раньше даже не 1, 2, 3 были скиллы, а как-то по-другому. Вот мне почему-то так запомнилось. Я не знаю, во второй части, может быть, уже кнопками как-то другими нажимаются скиллы, не знаю. Может, просто какие-то мысли в голове остались. На самом деле, так никогда и не было. Это я переиграл на Xbox и на PlayStation. Вон они, смотрите, как стреляют. Кстати, лазеры как-то стреляют немножко ниже, чем надо, и никуда не попадали. Вы видели, да, такой прикол получается? Так, хилим. Хилим. А, спидран это что? А, спидран это нам надо быстро их убить сейчас. Видите, бонус дадут. Ну, мне либо бежать на них, либо ждать, чтобы они быстрее ко мне прибежали. По 6 урон идет. Обычный подсонок, по-моему, лучше убивает. Быстрее стреляет как-то или больше урона у него что-то, мне кажется. Здесь как-то он медленнее все-таки атакует. Но это побочное явление из-за того, что у тебя больше здоровья. Это же типа металлический. Неужели этот умер? А, это мое подкрепление мое было. Окей, он просто исчез, этот цветок. Так, что 25 секунд, где там кто? Иди сюда. Последний, да, остался? Вон он там. Так, он сюда. Ну, графика лучше, но не намного. Чувствуется, что тут Xbox 360 пахнет немножко в этой игре. Вот так вот запашок идет. Ну или PlayStation 3 немножко тоже попахивает. Там тоже так проблемы с графикой небольшие. Далеко не видно, все размытое. Видите, вот мыло какое-то такое вдалеке. Вот видите, вот там вот. Когда увеличиваешь, еще ладно. Кстати, секундочку. А если я уберу здесь вот блюр есть? Ну это в движении блюр. Сейчас я не сохранил. Apply. Меняется. А, ну типа в движении просто не размывается вокруг, когда ты вот ворочаешь камерой. Ну, кстати, прикольнее так, мне кажется. Так удобнее. Убили того, убили. Ну что ж, вот и поиграем сейчас, короче, на компе. Посмотрим потом и другие режимы, если игроки. Сейчас 10 утра, немножко поиграю. Сейчас 11 утра станет больше игроков. Все-таки рановато я играю. Еще пятница, если бы выходные были, еще в выходные надо проверить, сколько игроков. Но я, мне кажется, все равно был прав, что больше всего игроков на Xbox сейчас. Вот здесь не будет столько игроков, как на Xbox. Я играл на Xbox, всегда есть люди, всегда можно что-то поиграть. Ну, кроме самых редких режимов. Поэтому Xbox, я за Xbox. Хотя я люблю PlayStation. Но по факту на Xbox игроков больше сейчас. Все из-за Game Pass, я уверен. Game Pass Ultimate этот, который включает в себе игры от Electronic Arts, игры от Xbox, Microsoft, там, короче. Ну, вы понимаете, там их много-много-много. И люди покупают просто, и даже диски не надо, или там игры покупать в цифре, потому что там все время свежие релизы и прочее. Платишь за месяц, как за подписку какую-нибудь Netflix. И все отлично вообще. Бомба. Просто бомба. Чуть он такой защищенный. Так, у нас тут гости, да? Ну давайте попробуем. Ой, хорошо, по мне не попадает. По восьмерочке, да? Давай, 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 по семерочке. Так, ой, идет ко мне, идет ко мне, идет ко мне. 55 здоровья восстановил себе. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, исчез. Тут у нас камикадзе такие с бомбочками. На меня лезут. Бедненький лазербин. Кстати, ни одного лазербина пока не потерял, видите? Тут хилю, там живы все. Так что отлично. Они же очень редкие на самом деле. У меня понятно, что тут доступно все, но если вы играли бы сами, и у вас было мало паков открытых, то эти лазербины на... Цена золотая у них. Редкие, редкие. Ладно, подлечусь. У меня же тут хилка стоит. Специально вернулся. Вот так, щит. И еще один разочек, пожалуйста, подлечить меня. А еще тут же 150. Да-да-да, я забыл, что это у меня мега подсолнух, которого не просто так убить. Я бы рекомендовал, если сложность крейзи играете, играть вот этим подсолнухом. Он как бы выживает намного лучше. Вообще легко победил. Я на дома в эти, помню, запрыгивал горохометом. И, по-моему, даже можно кактусом. О, здесь взорвется сейчас, смотрите, баллоны взрываются. Смотрите, сейчас, секунду. О, этот сломался, подождите. А бывает, что они летать начинают. Но здесь, по-моему, не было такого. Это во второй части уже, наверное, добавили. Тут у нас есть красота такая. Лодочки. Такой вид. И шестая волна. Погнали. Ну что, ко мне пока никто не присоединился. Но я, по-моему, вчера тестировал. И ко мне присоединялись люди. То ли я кому-то. Я вот это точно не помню. Ну, я чисто создал, и все, не помню подробностей. Но если на PlayStation ко мне присоединяются, то, может, на комп должны присоединиться. Хотя здесь Windows, знаете, там это же Windows 10. Уже многие на Windows 11 переходят. Я не знаю, Windows 11 как бы вам нравится, нет? Там многие игры просто не запускаются на 11-м винде, на 11-м. Вообще никак, то есть.
только Windows 10 назад возвращать. Ну, конечно, наверное, Microsoft исправит эту ситуацию или еще как-то справится. Но это нужно время, а если вы в какую-нибудь любимую игру играете, установили Windows 11, она просто не запустится. Так что думайте, думайте, пока не ставьте, наверное, Windows 11. Он у меня где-то стоит, Windows 11. В виртуальной машине на MacBook'е, по-моему. Виртуальная машина Parallels, которая называется. Ну, что там, нормально работает он в виртуальной машине. А как будет в реальности? А я его установить, кстати, не могу. Там какое-то требование по шифрованию, какое-то устройство должно быть, чтобы установить Windows 11. Короче, непонятно, зачем так сделали, но для безопасности, что ли? Чтобы винду не взламывали. Наверное, не знаю. Мне кажется, это шифрование наоборот. Как раз таки, кто создает, тот легко и взломать может. Microsoft возьмет и что хочет, своего компа достанет. Я в этом уверен просто. Они сами создали шифрование, сами выключат его, если надо что-то с вашего компьютера узнать. Информацию какую-нибудь. Трава не очень красивая. Вот смотрите, вот она мыльная, видите? Трава в первой части некрасивая. Во второй трава красивая, я помню. Сделали ее красиво. Движок доработали. Движок называется Frostbite. Во второй части, по-моему, Frostbite 2 называется. Или здесь Frostbite 2 уже, я не помню. Не, здесь, наверное, Frostbite 1 все-таки. Да. А вот во второй, может быть, даже Frostbite 3 уже, кстати, был. Я не помню. Там где-то в меню написано было. Но я, по-моему, Battle for Neighborville запускал. Там все-таки Frostbite 3 был, насколько я помню. Я вот даже установил, да. У меня на компе сейчас первая часть, вторая и Battle for Neighborville установлены. И я запускал, все работает. Все отлично. Так что, может быть, еще и там поиграем. Главное, что ролик хорошо записался, потому что он у меня записывается не через OBS, а через приложение вот это Elgato. У меня карта захвата, и знаете, как сделал? Интересно, сейчас расскажу. Я сделал так, что моя видеокарта, я скажу как-то правильно, у нее есть HDMI. Из видеокарты HDMI идет в Elgato, в карту захвата, как будто это монитор. А с Elgato выход идет на мой монитор. И получается у меня как бы не компьютер, а Elgato карточка. Соответственно, когда компьютер включается вначале, у меня на мониторе все черное, пока Windows не запустится. Windows запустился, тогда я что-то вижу. А я если так, то ничего не работает. Ну, вы поняли, наверное. Такой нюансик. Но зато сделал я так, что видео очень классно записывается, ровно. В общем, я доволен. Посмотрим, какой результат будет. Вот этот ролик сейчас запишу, потом посмотрю, какая картинка. Звук отдельно записывается игры, и мой микрофон отдельно. Я потом это могу все изменить. Ну, это немножко дополнительная работа, конечно, но качество картинки, качество звука должно быть намного лучше. Все для вас, ребята, все для вас. Поехали. Мне самому главное, что игра еще и не тормозит через такой вариант. Потому что через винду, знаете, там захватываете игру, начинаются тормоза. А по процессору у меня 9900K. Я в 2019 году собирал компьютер. А видеокарта 2080 Ti, по-моему, у меня. Ну, я не планирую обновлять видеокарту. Вообще, как бы, все равно. Я Full HD играю во все игры. Вот в эту игру тоже Full HD. А монитор у меня 4К. Так вот, я скажу, что особой разницы нет в этой игре. Если я поставлю 2К или 4К, все равно она будет мыльная, потому что она изначально делалась под разрешение Full HD, тогда еще 2К это так было, баловство. Поэтому тут все так нарисовано мыльно. Никакой 4К ничего не изменит, это просто разрешение меняется. А картинка-то лучше не станет, короче. Даже сейчас я Full HD играю, я вообще как бы доволен, очень красиво все видно. Передо мной огромный монитор, 43 дюйма у меня. У меня 4К, 120 Гц монитор. И все отлично видно. Я вообще доволен. Laser Bean. Все отлично работает, классно. Так, ну что ж. Это что, 5-й уже? А, подождите, 10-й? Так, быстро, 10 пролетело? Не, подождите, это 5-й. Хотя нет, я же вампира убивал. Как-то очень быстро прошел я. Это вот реально легко, потому что видите, сколько тут лазеров я поставил. Все летят просто зомби сюда и убиваются. И плюс у них мало здоровья, потому что я один. Если бы ко мне напарник какой-нибудь залетел, то зомби сразу становится сильнее. Так что то, что я один, это у меня ускоряет процесс прохождения. Вот так вот. Ну что, откуда пойдете, ребятки? Ага, вот. Иди. По ногам. Отлично. Ой-о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 й. Большой гость пришел к нам. Так, отходим. Ой-ой-ой-ой. Хорошо, что отошел. Так.
Чё-то его быстро пробивают, так, посмотрите на его здоровье. Ой-ой-ой, меня он тоже неплохо пробивает. Ай-яй-яй. Это, короче, ученый два раза впритык попал по мне. Ладно, ревайв. Но я же один играю, надо побеждать его. Так, а что там еще один босс будет? Я чуть даже не обратил внимания. Что там дальше будет? Все, лечение есть. Все, я стою здесь и лечусь. Ура. Развалился, смотрите, что какая анимация. Чувачок этот такой. А, и все исчезло. Все, один босс. Это вообще какая-то легкотня. Один босс был. И сейчас вот какой-то зомбак остался там. А, нет, второй все-таки. Подождите, диско-танцор тут. Что-то он тут долго тусуется. Его сейчас быстро убили, потому что он тут вставался, его лазеры эти расстреливали, а он ничего не делал. Видите, как быстро убили вообще, как будто здоровья не было. Так, эвакуация. Куда же мы будем эвакуироваться? Налево, направо, прямо, куда? Так, я думаю, что где-то здесь слева, нет? Ну-ка, угадал, нет? Налево. Нет, вон туда, хорошо. Идем туда. Так, ну я попробую тогда на следующий ролик присоединиться к кому-то, вдвоем поиграть. Троем, четвером, сколько там игроков будет. Но вы видели, вначале что-то не присоединился. Хотя вчера я тестировал, работало все. Не знаю, что изменилось. Может быть, просто сервак. Два чувака, которые создали, они могли на одной консоли играть. Ну или на одном компе, как сейчас. И они с одной квартиры, там бывает такое, два компа вместе стоят, и у них... Они друг к другу могут присоединиться, но к ним никто не может. Потому что у них локальная как бы сеть, компьютер, ну это, интернет. И фаервол их пропускает. А меня он уже не пропустил, потому что я не из их домашней сети. Так сказать. По-простому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что они там делают? А прикиньте, не прыгать туда до конца. Пусть сюда идут. А потом спрыгнуть, когда уже секунды заканчиваются. Ну вот они идут, а у меня тут нормальное такое место. По ногам. Да блин, не могу попасть. У него там пару здоровья осталось. Пару раз по ноге, да. 40. Тут, кстати, хорошо защищаться, реально. А как насчет того, чтобы тут поставить лазер? Как вам, ребята, такое? О, игрок зашел. Все нормально, у меня сервак работает. Второй игрок появился. Отлично, и не надо никому присоединяться, сам буду играть. Ну, выходите. Где вы там? А, они с ним сражаются. А он даже не знает, что делать. Он не видит, что эвакуация, походу. Давай сюда, чувак, 17 секунд. Уже концовочка. Давай. 14, да? Ой, не успеет он. Вон он где. Ой-ой-ой, не успеет. Уже, смотрите, Crazy Dave прилетел. 8-7. Эй, давай. А он сражается там с теми. Он уничтожает, он не знает, что делать. Ё-моё. Ну ладно, Crazy Dave меня забрал. Ту-ту-ту-ту-ту. Во, я буду с этим чуваком играть в следующую игру. Отлично, есть напарник. Я могу быть уже не подсолнухом. Может быть, он будет подсолнухом, не знаю. Надоело подсолнухом. Хочу кактусом. Да, буду кактусом играть. Или чомпером. Не, чомпером играл недавно. Короче, чомпером, кактусом. Кактусом. Два игрока, смотрите, бонус за двух игроков 2000 дали. За что, непонятно, раньше не давали, если что. Это типа круто, что два игрока, а не четыре, наверное, типа сложнее. Ладно, ребята, что смотреть, смотрите следующий выпуск. Подписывайтесь, лайки, там все дела. До новых встреч, всем пока. Встретимся в Garden Warfare 1, а может и 2. Пока. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.